Истерионики. Автор сценария Скотт Берг. Режиссеры Рэнди Майерс, Роб Ранцетти. Спасибо, Джен. Это в 10 раз лучше, чем поездка в аквариум. Так, ты пропустил дельфинов. Я ловлю их как могу. Эй, а где питание? Так, Дженни же просил не подключаться к ней. Почему я должен отдать последнюю батарейку? Потому что у меня нет сил удерживать нас. Так, выключи эту штуку! Но я почти достиг серебряного кольца! Ребята, вы в порядке? Я не чувствую своих ног, но я чувствую чужие ноги. Где Дженни? Какая разница? Каждый за себя! Фу! Я уж думал, я намочил свою игру. Да уж. Так, спасибо, что помог. Соленая вода разъела главную батарею. А как же дополнительное питание? Она скоро отключится. И когда это случится, я стану 300-килограммовым пресс-папье. Ладно, вот план. Дженни, оставайся тут, береги силы. Шелдон, мы поищем помощи, а заодно еду и воду. Так, хоть раз сделай что-нибудь полезное. Выложи соц на песке, а вдруг пролетит самолет. Не волнуйся, Джен. Уверен, все будет в порядке. Это ужасно. Я потею, мы потерялись, у меня аллергия на хищных животных. А у меня аллергия на голод. Как тебе это? Остановись, это Дигиталис пурпурея, она ядовита. Ладно. О, какая яркая и вкусная курица. Нет, Антигена ламинарус рис, вымирающая птица. Ясно, значит, обедом будешь ты, дружок? Нет. А это-то что? Жук, он напугал меня. Мы можем съесть жареную ящерицу, запеченную ящерицу, ящерицу на гриле, суп из ящерицы. Фламбе из ящерицы, ящерицу с начинкой, сырую ящерицу. Хорошо, прожаренную ящерицу, вареную ящерицу, суп-пюре из ящерицы. Осталось только найти ящерицу. Только. Мы сделали это. Мы вышли. О нет. Мы ходим кругами. Так. Где сос? Ты ничего не сделал? Конечно, я кое-что сделал. Я построил этот замок из песка. И я познакомился с раком-отшельником. Я зову ее Бетси. Эй, вы это видели? Я что-то видела. В джунглях, пошли. Удачи. Я согласен на папа, если вы ее найдете. А вообще, подождите меня. Помогите. Снимите его. Он напал на меня. Но это не самое худшее. Я могу поклясться, что это был... Это Альберт Эйнштейн. Да, а я Кинг-Конг. Ты уверен? Алло, я фанат науки. Я всегда узнаю Эйнштейна. На необитаемом острове? А кроме того, он мертв. И это тоже. Я знаю, что я видел. Я вам докажу. Пошли. Не может быть. Даже если Эйнштейн есть, уже темнеет. Надо вернуться в лагерь. Ну и ладно, а я пойду к зданию. Что? К какому зданию? К зданию, которое видел с дерева. Почему ты ничего не сказал? Я сказал только что. Мы дошли.